Всем привет! Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать к нам в гости снова в наш новый влог. Начинаем мы его с самого утра. Сейчас причесываю Амелию, потому что постоянно бегает лохматая. Заказала ей такие новые бантики. Может быть, подрежу немножко, да, но они мне нравятся. Разного цвета, такие довольно милые. И хочу вам сразу показать все свои обновки для кухни. Наверное, недельки две, если не больше, я зрела. Постоянно что-то смотрела на сайте Lazada, он работает в Азии, я так понимаю. Это что-то похожее на AliExpress. Мне очень хотелось что-то для себя заказать, потому что мне не хватает здесь посуды, я вам уже говорила. Пока мы еще здесь находимся, и потом, опять же, я все это могу забрать с собой. Здесь это все стоит гораздо дешевле, поэтому я не удержалась. Мне понравились вот такие золотые сито, опять же, маленький-маленький венчик. Силиконовая лопатка, стакан для смешивания из стекла, мороженица, я думаю, что буду ей делать какие-то котлеты и мороженое, и что-то еще пригодится, давно я хотела ее себе купить. Ну и, конечно, помните, я вам рассказывала, знаменитый горшок из Икеа, здесь есть разные цвета, и я решила заказать просто молочный, нейтральный. Следующие — это две формы для выпечки. Они подходят или называются по-другому хлебные. Я в них сегодня буду готовить банановый хлеб. Я сначала увидела на сайте, подумала, что недорого совсем стоит, наверное, одноразовый. Ну, у нас такие бывают, часто продаются. Когда она ко мне приехала, я тут же заказала вторую, потому что влюбилась просто в нее. И цвет, и качество. Я в полном восторге, ничего не пригорает. Так что буду пользоваться. Следующий — это набор мерные ложки и мерные, не знаю, как правильно, стаканчики. Они немножко по-разному назывались на английском языке. Очень довольна, особенно если берешь рецепт какого-то иностранного сайта, там пишутся такой специфические буквы, цифры, для меня они сразу были непонятны, но так как здесь все прописано на английском языке, не надо было долго думать. И, наверное, для меня в этом году самая большая радость — это белая чугунная кастрюля Le Creuset. Я вообще не думала об этой покупке, потому что стоит она бешеных денег, и когда я была в России, я даже и не мечтала вообще, думаю, когда-то, потом, потому что я часто очень готовила в такой гусятнице, в алюминиевой, мне она, конечно, не очень нравилась, но не мечтала. И тут у меня появилась возможность, потому что здесь она стоит совсем недорого. Я когда увидела и поняла, что я очень хочу эту кастрюлю, и буду с ней просто целыми днями готовить все в ней. И кашу, и второе, и можно запечь что-то в духовке, то есть все что угодно. Я начала тут же в ней готовить, потому что мне уже не терпелось. Она у меня в уголке лежала. Я думаю, все приедет, и я вам тогда уже все свои обновки покажу. Сейчас готовлю овсяную кашу. Я обычно ее в воде сначала довожу до кипения. Она быстрее так намного разваривается. А потом уже заливаю молоком и немножко еще варю. Так как в этой кастрюле очень тяжелая крышка, и мне кажется, она намного быстрее сварилась. Правда, я не убавила огонь. Надо было чуть-чуть поменьше его сделать. Немножко она прилипла. Пока одну, хотя вот в чугунной кастрюле уже не должна, да, прилипать, пригорать, потому что муж у меня постоянно за этим следит и бывает меня ругает, если я вдруг упущу нашу кашу. Опять же, купила не так давно такой маленький половник, хотела длинную ручку, но на фотографии было непонятно. Ты кашу не будешь? Амель, тебе сколько половников? Нет, 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 нет. Сколько тебе ягод? Три хватит? Я возьму три. Знаешь, как говорят? Одну оставьте себе.
кстати, детям купили не так давно новые тарелки, были в супермаркете, я вам показывала, там очень много, огромная ярмарка, и, конечно, они не прошли мимо, выбрали каждый себе по тарелочке, в районе где-то 100 рублей каждая стоила, и теперь с удовольствием из них кушают. Я не представляю, вам потом все это в чемодан будем складывать. Сейчас я поехала в торговый центр, мне нужно было купить набор вешалок, и затем безглютеновую муку для приготовления бананового хлеба, йогурт, клубнику, ну, так, такие продукты, которые закончились, а нужны мне были срочно. Я взяла стевию, это заменитель сахара, который мне можно по диете. Я вам уже говорила, что сахар я не кушаю, только стевию мне можно, ни мед, ничего подобного сладкого. Также безглютеновая мука, стоят, конечно, они не дешево, но с другой стороны, когда ты не можешь есть ни пончики, ни макароны, ну, сами понимаете, глютен у нас почти сейчас везде окружает, то ты покупаешь просто ради того, чтобы можно было полакомиться тем же банановым хлебом, наесться его, да, и не чувствовать такого голода и тяги к мучным изделиям. Я стала очень часто покупать замороженную клубнику, ну, просто потому, что не можешь от нее отказаться. Вообще сложно, когда много фруктов и овощей местных, но ты не привык их кушать, все равно тянет тебя к своим, к родным. Поэтому покупаю в замороженном виде. Ну что, давайте вместе с вами приготовим банановый хлеб. Для этого мне понадобится 3 банана. У меня один очень сладкий, а 2 банана совсем другие. Они жесткие и совсем не сладкие. Поэтому я их сейчас ножом разрежу. Можно, конечно, в блендере еще перемолоть. Затем я добавляю кокосовое масло. 4 вот таких ложки. Наверное, они столовые, может быть, чуть побольше. Это масло вместо сливочного, да, либо молока. Мне как раз подходит кокосовое масло. Подсолнечное, я вам рассказывала, мне тоже по диете нельзя. 2 яйца, все это хорошенько перемешиваем. Немножко соли, немножко соды, ваниль, и все остальные ингредиенты у нас сухие. Это мука кокосовая и безглютеновая. И сейчас я добавляю стевию вместо сахара. Видите, да, я набрала в одном мерном стаканчике сахар тростниковый, но я его использовать не буду. Я заменю вот на 3 пакетика стевии. В принципе, получается достаточно сладко, и большего и не нужно. Весь рецепт я вам оставлю в описании, он очень простой. Для меня самая главная ценность этого хлеба в том, что я могу его есть. Все ингредиенты, потому что здесь, в Таиланде, вообще очень сложно найти что-то безглютеновое, без сахара, какую-то диетическую еду. Может быть, я, конечно, еще не везде здесь была. В основном, конечно, круассаны и все, как мы привыкли. Сверху выкладываю последний банан, разрезала его на половинки и решила добавить несколько ягодок клубники. Духовку мне дала моя новая подружка, они уезжали в аквапарк на несколько дней, я у нее тут же ее забрала, и, конечно, она у меня просто так не стояла. Я каждый день что-нибудь делала для своей семьи, потому что когда ты привыкаешь, живешь всегда с духовкой, и потом оказываешься без кастрюль, без каких-то вещей, к которым привык, конечно, это не просто. Такой стресс небольшой, с одной стороны, можно себе отдых устроить, с другой стороны, когда все привычно, то и жизнь спокойная. Я вам
обещала в прошлом видео показать такую реорганизацию моего шкафа, потому что все детские вещи сейчас будут находиться здесь. И я сейчас вытаскиваю все, что мне не нужно. Какой-то матрас здесь был, я его просто вот в то место запихнула, так вам и скажу, потому что туда не поместился чемодан. Буквально 2 сантиметров не хватило, а здесь мне пришлось убрать полку, чтобы тот же чемодан поместился. Но два тоже не поместились, один в углу стоит, один в шкафу. Сейчас протираю быстро пыль. Купила, я вам уже рассказывала, такой кронштейн, который раскручивается, упирается в две стороны шкафа и держится. Я очень надеюсь, что он меня выручит, пока не знаю, как он будет работать, потому что дети, конечно, дергают, и для взрослых, я думаю, все хорошо, для детей не знаю. Потом расскажу, поделюсь с вами, подошел он мне или нет. Знаете, мне как-то не хотелось вообще временно покупать вешалки. Ну, всегда раньше, когда я приезжала в ту же Хорватию, я никогда ничего не покупала, как-то все так складывала. А тут мне надоел, конечно, этот беспорядок, постоянно валяющиеся горы белья. И я так подумала, что ну не дело, дети должны тоже привыкать. И когда у родителей все на своих местах, то и дети это впитывают с самого детства. Поэтому купили вешалки, не так это все дорого стоит, и должен быть порядок. Пока дети занимаются, давайте покажу вам детский сад. И рядом здесь находится школа. Я, правда, не поняла, британская она или китайская, или тайская. Ну, скорее всего, наверное, британская. Сейчас пойдем с вами территорию посмотрим и заодно садик покажу. Большая парковая зона. И вот такая площадка для деток. Здание, такое ощущение, что собрали из щитов. Видите, внизу сеточка, некапитальное строение. Так очень все скромненько. Открыты, по-моему, даже окна в группу. Очень уютно. И пойдемте сейчас посмотрим сразу школу. Школа вот прям через дорогу. Ну что, мы пришли. Тоже здесь веранды, детская площадка, птички гуляют. Я так поняла, что это начальная школа, если я не ошибаюсь. И рассказывали мне девчонки, что у них интересно, каждый класс учится в своем грибочке. Не знаю, про эту школу, не про эту они говорили, прям как на веранде они занимаются, выход на улицу. Сейчас вам расскажу, привезла детей на занятия, сегодня занятие выездное, мы купили абонемент, он стоил 18 тысяч рублей, получается, на троих детей, на 100 часов. И вот так вот по 2 часа, сегодня мы на 2 часа сюда приехали, в этот скейт-парк. У них сегодня занятие называется «История пластиковой крышечки». Они сегодня, я так понимаю, в игровой форме изучают экологию, да, и вообще правила поведения, чтобы наша природа не засорялась теми пластиковыми крышечками. Крышечками, вот так скажу. Мне постоянно хочется сказать крышечка.
И пока они занимаются, я не могу Мишуню никак оставить, потому что он тут за мной хвостом ходил. Самый маленький из них, сейчас покажу, он попа его торчит. Я не могу никуда уйти. Родители все уехали, и все нормально. Меня хотели ребята забрать с собой. Я либо с Мишей оставаться, либо с Мишей уезжать. Потому что старше это уже нормально. Мишуня не нашел свою кепку. Одел Савину. Мишунь, тебе что-нибудь видно? Собрали они крышечки, да? Нашли? С перчатками. Сейчас что-то рисовать будут. Делать. Подожди, кататься. А у тебя... Я испекла один кекс для себя, либо на хлеб, и один для детей. Туда добавила побольше сахара, масла. Игорь мне прям просил кекс ему испечь, и добавила туда лимонный сок, клубнику. Ну, все, что у меня было, и он даже получился намного пышнее. Видите, Мишунька ел за обе щеки. Лёва, Ди, Ди. Здесь не продаются Ди, книги молодец, на хорошо. Русском языке, Ди. Только если, Ди, может быть, с рук можно у девочек в группе купить. Мы сейчас в гости приехали, поэтому у нас немножко шумно. Сава тоже занимался с детьми. Мишуньке, конечно, все это неинтересно, поэтому он играл. Идем в гости к ребятам, а у них сбоку здесь окно, и нам их хорошо видно. Здесь рядом бассейн, а внизу парковка. И... Мы сейчас... Ну, можно пугать. И мы сейчас хотим... Взяли с собой арбуз. Пойдем на вечернее купание. Уже темнеет. Хорошая погода. Сегодня, конечно, очень шумно в бассейне. Гостей много. Сейчас занесем им арбуз, потому что он горячий после рынка. Вот. И пойдем купаться. Дети накупаются, а потом мы у них на балконе... Этот арбуз съедим все вместе за веселой компанией. Дождик, наверное, будет. Второй вечер, пеку им банановый хлеб. Но сегодня с манго, потому что его много. Бананов было мало сладких. В итоге один уже улетел, папе не достался. Второй разрезали. Горячий еще, да. Очень вкусный. Завтра вместе приготовим. Пеку им, значит, половину сама съем. Ну, в этом, да, кексе состав мука безглютеновая, кокосовая и просто безглютеновая. И сахар тут тоже специальный. И мне это можно, хоть ешь целыми буханками каждый день, хоть поправлюсь, наверное, если буду так есть. Мишуня все ходит, вот сколько он всего... Миша, это все твои шкурки здесь? Он все ходит и дай поесть. Уже там дзынь-дзынь, духовочка нам дали, друзья. Все уже готово, мам, давай быстрее, мам, все готово. Все, мои дорогие, буду с вами прощаться. Всем пока-пока, до скорых встреч.